Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале про еду Айди. Сегодня я расскажу рецепт закуски «Пальчики оближешь». Подготавливаем ингредиенты. Отварные яйца, шампиньоны, болгарский перец, красный лук. Нарезаем шампиньоны, красный лук и болгарский перец. Все ингредиенты смешиваем и обжариваем на подсолнечном масле. Яйца предварительно отварили, очистили. Вынимаем желток, измельчаем его. К желтку добавляем ранее обжаренную начинку, добавляем перец и домашний майонез. Рецепт домашнего майонеза уже на канале. Перемешиваем начинку и выкладываем вовнутрь яйца. Закуска готова. Всем приятного аппетита и спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!